Всем привет! Сейчас я расскажу, как довести нож после заточки на абразивном камне. Так, по порядку. Там ножик уже заточил, перетачивать не буду. Вот камень лучше намочить, и ножик тоже. И вот плавными движениями вводим. Я уже снимал, потом с обратной стороны. Под углом плавными движениями вводим по всей кромке лезвия. И потом, чтобы окончательно заточку довести. Ладно, потом приближу. Вот берется рюкзак. Вот тут есть фишечка такая, на чем он держится. И вот, вот где-то под таким углом вводим. Это все нужно делать в натяг, чтобы не гуляло. Только тогда будет идеальная заточка. Ну вот как скребет, слышно. И в итоге что у нас получается? Идеальный острый ножик. Ну, все еще от качества металла зависит. Остренький. Как бы так. Все, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся. Бьем в колоколец, комментируем. Всем пока.